Итак, тормозные диски BAS на Vesta, X-Ray, Largus и все остальное. Евроспорт, то есть с проточкой перфорации. Давайте посмотрим, что за диски. Диски фирмы BAS производятся на заводе Автореал. То есть это официальный завод АвтоВАЗа и официальный поставщик тормозных дисков. Но такие диски на канале не ставят. Так, сейчас я распакую, у меня одной рукой не удобно. Такие вот диски BAS с проточкой перфорации Евроспорт. Вот, заказать можно по ссылке в описании.